Собственники помещений в многоквартирных домах могут формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». Проведение капитального ремонта общего имущества дома при этом способе накопления средств организует региональный оператор. Выбор подрядчиков осуществляется на конкурсной основе. Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту осуществляет региональный оператор. Принимает выполненные работы комиссия, в состав которой помимо регионального оператора входит представитель собственников помещений в доме и представители администрации муниципального образования. Преимуществом этого способа является возможность незамедлительного начала капитального ремонта. Средства фонда могут быть использованы на возвратной основе для проведения капремонта в других многоквартирных домах на территории Ленинградской области.